Ну и снова здравствуйте. Вот, ну, собственно, я добрался до Токио. Сейчас нахожусь по аэропорту Нарита. Я уже даже успел взять билеты до основного города. Буду я жить в районе станции Уэно. Вот, поэтому, что удобно, туда прям до Уэно идет скоростной поезд. Ну, в принципе, даже не один. Вот, но я посмотрел, подумал, заплатил 2500 йен всего и не буду тратить так много времени. То есть, вроде как грузоперевозчик обещает за 36 минут быть в Токио уже. Вот, поэтому сейчас стоим, ждем, как бы осталось немного времени. То есть здесь, как вы знаете, транспорт, как говорится, по часам все очень четко. Вот, никаких опозданий. Вот. На улице сейчас такая переменная погода, облачно, небо затянуто облаками. Вот, может быть, пойдет дождь. Ну, хорошо, что не так жарко. Полет как-то быстро прошел. Я просто проснулся, все, я уже здесь. Вот. Что значит иметь небольшое расстояние и хорошую транспортную систему. То есть из проблемы города можно из одного в город перейти в другой, небольшое расстояние, в принципе, не то есть объявление уже мигает. Вот нас, наш как раз в 16:02. Уэно. Вот. Там что-то гремит, а это значит, наш поезд едет. Да, вот он. Сейчас найдем свой вагон, свое место. Рассядемся и будем сидеть. А это разве оно? Нет, это не мой поезд. Это не мой поезд. Да, это не наш поезд. Просто-напросто. Я уж подумал, что-то тут не то. Да, признаю. Время еще без 10 минут. Вот, а у нас 16:02. Вот синим как раз выделено Skyliner. 30. Вот, а это обычный поезд, вот, в котором вы тоже доберетесь, но немного дольше будете ехать, находиться в пути. То есть по времени это будет что-то около 50 минут. Вот. Ну, там не критично, в принципе, могут сэкономить 1000 йен. Поэтому тут кому как больше нравится. Сейчас я уже сижу в поезде. Как бы, знаете, чем-то похож на Шинкансен, конечно, но парень не было. То есть он поменьше, поуже, вот, и помедленнее. Вот, а так, в принципе, как в обычном Шинкансене, то есть нормальные удобные сиденья, которые не затягивают. Если, как говорится, у вас с собой много багажа, там в начале вагона прям специальные вот большие чемоданы. То есть по два места в ряду на каждой стороне. Вот, смотрите, внизу даже для удобства розетки есть. То есть если у вас там, мало ли, зарядка кончилась или еще что-то, то есть можно зарядить без проблем. Все работает. Вот. Ну, как бы двигается тоже так удобно, мягко, практически бесшумно. Вот. Значит, что сейчас приедем в гостиницу перво-наперво. Надо будет помыться, надо брать. Вот, все-таки как бы перелет перелетом, а тяжеловато. Вот. И где жарко, где как. Ладно-то нам. Немножко покажу вам. Если что-то получится, пройдем сейчас в сплошной туннеле. Вы же знаете, Япония горная страна, и островная и горная. Прям в туннеле тут кругов очень много. Вот. Если что-то у вас получится увидеть, то будет очень хорошо. Вот. Ну, едем, в принципе,
До свидания, медленно. Оба, опять вены. Блин, а когда же не хочется? Сильно ничего, вы много здесь не увидите, я думаю. Поезд сейчас разгоняется. Вот, поэтому смысла нет снимать, а сейчас, по крайней мере. Когда будет нормальная равнина, более-менее, ну, видите, поля. По ходу рисом засеяны, вот, то я как бы включу видеокамеру по новой как бы съемку, а сниму хоть что-то. Да, вот. Да. Трудяги. Да. Точно, это рис. Как интересно, правда, получится места тут получаются. Вот между гор. Вот смотри, какие пейзажи красивые. Как говорится, с каждой стороны есть своя красота какая-то. Вот. Ай. В общем, ладно, сейчас пока включаюсь, не пробьется. Вот, у нас как бы такого нет, даже если лес, он как-то все равно равномерно, а здесь прям густыми шапками он висит сверху, нависает. Прям настолько густо. Дорог, маленькие деревушки, домики. Вот, ну, в принципе, как я и говорил раньше, в азиатском регионе практически везде так. Вот, взять даже ту же Южную Корею, Китай, то есть там сколько бы по дороге не ехал, размеры страны не такие большие. Вот, поэтому все очень плотно, тесно, экономят место. Вот. Можете видеть, небо хмурое, причем очень, погода портится, вот, как бы не попасть под дождь, но хотя, в принципе, это не так страшно, вот, а станции Уэна мне там надо будет пройти, ну, где-то около километра, не больше, то есть, в принципе, недалеко, вот, карта, как говорится, всегда со мной, как говорится, Google Maps вам в помощь, ну, или любой другой аналог. Вот что удобно очень, он в последнее время, вот я проверял, вот даже на примере Саппора, очень неплохо строит маршруты с учетом движения поездов, вообще просто транспорта. Вот, там, как обычно, задал откуда-куда, вот, каким видом транспорта хотите ехать. Вот, и он тут же махом быстренько вам строит весь маршрут, вот это. Вот, то есть показывает, где нужно пересесть, с какой линии на какую, то есть полная детализация маршрута получается. Очень удобно. Вот. Ну, если честно, у меня уже в глазах мельтешит. Мосты. Вот, столбы. Вот, ну, как вы можете видеть, то есть все везде засеяно. То есть действительно экономят. Оригинальный как. Это получается вьюнообразные растения, убивает еще деревья, и вот поэтому получаются такие плотные шапки. Выглядит интересно, красиво. Ой. Ладно, наверное, уже включусь только по приезду уже в сам город Токио, на станции Уэна. Там, кстати, рядом находится парк Уэна, один из красивых парков. Я бы не сказал, что он самый большой, но, тем не менее, там разнонаправленная стилистика, насколько я знаю, в парке. Вот. Ну вот, мы уже приближаемся. Вот, осталось всем немножко. Никпури. Сейчас остановка, потом будет уже моя. Муравейник, дом на доме. Вообще ужас. Вообще ни сантиметра влево вправо. Тесные улочки маленькие, проходы, переходы. Ладно, будем готовиться к выходу. Снова всем добрый вечер.
ну, как сказать, все, я на месте, прибыл в Токио, вот, знаете, как бы сказать-то, вот, когда я прежде смотрел, как другие блогеры и прочее, кто снимал видео, то есть, про жизнь Японии, то есть, гуляют, рассказывают, что где-то, вот теперь, броня по таким же улочкам, я их, в принципе, понимаю. Вот знаете, череда прям одинаковых улиц, много-много-много кругом, параллельно, перпендикулярно. Вот. А как бы это сказать-то? Если ты только приехал, то есть не имеешь вообще ни малейшего представления, что, где, куда и как, ни разу не смотрел на карты, то это будет действительно тяжело. То есть просто напросто быстро потеряешься. Вот, то есть, выйдя из дома, ты просто можешь не вернуться. Вот. Сейчас как бы вот время вечернее, то есть я сходил в аптеку, тут нужно было пластырями и прочей фигней закупиться. Вот, а сейчас как бы возвращаюсь назад домой. Правильно иду. Вот, ну, собственно, что мою рожу снимать? Извиняюсь, конечно, за выражение, вот, но... Наверное, лучше перейти на улицу. Вот. Да, действительно. Опа. Вот. Как, в принципе, вот, где бы я ни смотрел, какие блоги и прочее, улицы пустынные. То есть, как только вечер, все. Редко проезжающие машины, редко проезжающие велосипедисты. Кстати, узнаете, чтобы не говорили, о велосипедах сейчас, по-моему, в Японии больше, чем в Китае. Вот, честное слово. Вот. Потому что куда ни посмотри, везде велосипеды, велосипеды и еще раз велосипеды. Ну, проезжайте, давайте. Я никого не трогаю. Вот. Собственно, как бы перелет прошел быстро. Да я проспал всю дорогу. О, веселуха где-то. Веселуха. Вот, ну и, собственно, что еще веселого-то такого рассказать? Вот, знаете, да, вот теперь я понимаю, откуда вот в англомерате Токио берется такое количество народу. Да вы сами посмотрите, здесь... На каждом квадратном метре все застроено вообще полностью. Вот. Дома стоят друг к другу впритык. То есть нет такого большого пространства между домами. Но опять же, насколько интересно и красиво это все оформлено. Вот. То есть домики, цветочки, деревья. Заборы, чисто. Бывает, да, случаи, когда натыкаешься. Ну, в принципе, в любой стране таких хватает. Вот, которые, покурив даже, ну, бросили тут же окурок. То есть, как бы, вообще совершенно неадекватные люди. Вот. Мало того, что курят в неположенных местах, да, вообще, в общественных. Так они еще и... Окурки бросают там, где не положено. А вот, собственно, я уже пришел. Вот. Пойду поднимусь. Однако. Вообще я устал, если честно. За сегодня. Вот. Надо, как говорится, сменить повязки, помыться, побриться. Второй день не бритый. Ужас какой. Так. Эти зонтики. Так, ладно. Кстати, тот, кто... Ну, как бы... Тот, кто хочет погостить в Японии, то есть приехать просто как турист. Вот. Я резервировал все на сайте Booking.com. В принципе, знаете, можно найти очень хорошие варианты в районах, ну, где вам будет удобно. Вот, я, например... Нашел очень хороший вариант около станции Уэна, то есть практически это центр. Вот. Поэтому, как говорится,
где, говорит, хотите, там и живите. Вот. Вообще, тем для разговоров, если честно, с каждым днем прибавляется все больше и больше. Вот. Соответственно, из-за того, что видео становится все больше и больше, ситуаций интересных, возникающих в то или иное время, да, суток, допустим, тоже неимоверное количество, поэтому ужас. Вот. Но тем не менее, то есть на завтра видно будет, то есть чем я буду заниматься, что я буду делать. Вот, а сегодня я хочу просто отдохнуть. Ну, боязу меня завтра.